По Москве начнут гулять роботы. Машины будут собирать данные о загрязнении воздуха. Об этом портал М24 сообщил генеральный директор робостанции Игорь Никитин. Первую десятку аппаратов протестируют на ВДНХ и в районе Останкино. Роботы соберут информацию, роботы соберут информацию о состоянии воздуха и еще об уровне шума. Затем разработчики обратятся в столичное правительство с предложением использовать устройство для мониторинга окружающей среды. Пресс-службы департамента природопользования заявили, что рассмотрят результаты исследований. За первыми роботами присмотрят студенты. Стоимость деталей для одного устройства составляет порядка 100 тысяч рублей. Ну, а средний размер машины 30 на 40 сантиметров. Крошка.